Всем доброе утро. У нас сегодня день вывоза мусора. А мы сегодня утром проснулись и решили, что нам нужно ехать в Краснодар. Сегодня, видите, погода такая. Вот. Обещает 80% дождь. Поэтому поработать, в принципе, особо не поработаешь, не поперевозишь. Вот, и пока есть такая возможность, мы решили смотаться в Краснодар. Мне по электрике надо там всем закупиться необходимым. Ну, это первоочередно, это провода, розетки. Хотя, может, розетки и здесь, главное, провода бухтами купить, потому что дешевле получается. Вот, коробки для переезда, ну и много-много всякой мелочи. Сейчас еду за Кристиной, ее с малышами, потом теща приедет к малышам, а мы вдвоем по-быстрому в Краснодар. Так, перед Краснодаром нужно заехать в Энергосбыт. Как провода-то нам прокинули, а тогда под техническое документальное подключение нужно узнать. Сейчас заеду, потом зайду, потом расскажу, что сказали. Так, ну, недельку придется ждать. Зачем? Света пока сказала, проводите, говорит, там, введите отчетчика, куда ходите, там, в дом, не в дом, все проводите, говорит, теперь, говорит, вопрос остался, когда Тихорецк даст приказ, все, подключайте. А ну, почему неделю именно? Ну, она сказала, примерно неделю, да. Может быстро прийти, может как бы так. Вот, как приказ придет, говорит, подключим сразу. Вот, так что со Светом вопрос решен почти. Едем дальше в Краснодар. Так, ну все, мы в Краснодаре. Как видите, кажется, Красная площадь. Сначала мы начнем с того, что мы сходим покушаем. О, мы же сейчас есть пойдем. Мы пойдем есть, потому что мы сегодня, можно сказать, немножко в отпуске. Мы сегодня вдвоем. Пошли работать. Да. Нет, мы сейчас перекусим, потом забежим в продуктовый магазин. По здесь. Магазинам ходить, это тоже работа. Да. Это на море надо, на пляж. Ну, я имел в виду в отпуске, что немножко мы сегодня, это, детишки от нас отдохнут. Либо ты от них? Нет, они от нас. Вот. Понимаешь, а бабушки, тети, они балуют. А с родителями-то не забалуешь, это поэтому плохо. Отдыхают они от нас. А потом мы, получается, родители, потом нам это, короче, не есть хорошо. Да, короче, мы сейчас сначала в магазин, в Магнит забежим, кое-что нужно прикупить. Потом достается, короче. Да, нам достается потом за то, что дети избаловались. А потом надо будет в этот еще, в Декатлон, либо в этот, в Декатлон, либо в Бау-центр. Декатлон, говорю, в Бау-центр, либо в Леруа Мерлен. Все, все перепутал. Загрузили по полной. Угадайте, где я? Стою, жду. Боюсь, что сейчас еще раз пойду. По второму кругу, по-любому что-нибудь найдет. Ох! Застал меня ливень. Сейчас бегу до машины. До машины. Кстати, мы зашли, перекусили. Было вкусно. И точка. Не скажу, что было вкусно. И точка. Ну, мне Бургер Кинг больше нравится. Вот, но во вкусной точке у нас приложение, короче, и там всякие сюрпризы постоянно идут. Типа пирожка с вишней и тому подобное. Сейчас машину заберу, подъеду ко входу. Вот. Чтобы мое солнышко не мокло. Вот и поедем уже. В Бау-центр поедем сначала. Туда хочу. Так, вот все, мы в Бау-центре. Первое, что мне нужно, это нужно электрика. Так, кабель твердый, не горючий, 3 на 2,5. 100 метров, 86 рублей метр.
3 на 1,5. Мне 3 жилья не нужен, мне 2 жилья нужен. 8,6. Ну, в принципе, это. Возможно, все подорожало. Так. Земли-то у меня нету. Угу. Ладненько, сейчас буду искать. О, 2 на 1,5. Так, это 2 на 1,5. 100 метров. Я предпочитаю именно вот этот черный провод. ВВГшный. Так. А 50 метров не хватит, нет? В принципе, это. Наверное, возьму. О, это что за новый провод? Может составить 265 миллионов рублей. Дорогой. Применение эксперт класс. Это разумные инвестиции. Так, это сколько? 2,5, 50 метров. 3,200. Я не стал покупать в Бау-центр провода. И в Леруа, в принципе, тоже я не стану электрику покупать, потому что она реально дороже. У нас в обычных маленьких магазинах такой провод стоит 56-60 рублей метр. Здесь он стоит 80 рублей. Вот. Если брать пару метров, разница небольшая. Если ты берешь 100 метров, то это уже пару тысяч лишних платить. Поэтому на будущее электрику лучше брать в маленьких магазинчиках. Поэтому сейчас мы поедем в Леруа, но поедем для того, чтобы там посмотреть обои. Вот. Да, вот так вот. Сейчас доеду, а тут дождь. Мы купили коробки для переезда. Вот. У нас их просто не продается. Кстати, а вот коробки для переезда, допустим, тот же самый Озон, разница в 10 рублей. Вот, поэтому можно взять и здесь, если по пути получаетесь. Так, Леруа Мерлен у нас. Почему? Вот вон там. Так, я закрыл машину. Так, Леруа Мерлен тоже. Пробежимся. Кое-что глянем. Точнее, не кое-что, а обои. Обои нужно срочно. Ну и там обои не клеить. Все такое, все аккуратно. Тут не убили, да? Печать не поставили. Да. Блин, а мы тележку не взяли опять. Давай, берите. Тележку надо. О, они здесь рядом, новенькие. Не мокрые. Кондектор. Вот он. Только на них 70% полипропилен где-то. 4, 5, 17, 12. Xiaomi. Они такие обычные, как на пол ставятся. Инвекторные обогреватели. А знаете, как это? А вот, не такой. Это типа вентилятор, он дует, короче, он выжигает воздух. Ну такой можем у нас ездить и поставить ветродуйку. И она будет греть. Ну видишь, она пока она дует, тепло. А этот его, в принципе, можно и ночью оставить включенный, но он будет работать, не страшно. Вот они, кстати, смотри, на поддоне стоят. 15 квадратных метров. А нам 68 надо. Нет. Это что получается? Ты хочешь сказать, 2 комнаты, это полдома? Теперь по стенам мерил. Ну сколько он стоит? Конвертер? Вот, 1500 ватт, 3200. А вот он идет 1000. Не. Нет, намного. Побольше, давай побольше возьмем. А вот 3500 вообще, 2 киловатта. Вот давай вот этот возьмем. Тот. Вот этот? Угу. А нам одного хватит, да? Да. Бороться вот. Будем переставлять из одной комнаты в другую, да? Да, вот тут возьмем и все.
А зачем? У нас же там двери открыты. И я думаю, будет достаточно туда заходить. Ну нет, конечно, будет. Впереди у нас уже через сколько? 5 дней у нас плюс 17. Когда нам, если вот тогда нам вот этого хватит. Почему? Потому что одна комната у нас меньше 15 квадратов. Ну, а у нас идет как одна комната вместе, как их две, понимаешь? Потому что дверей там нету. Давай вот этот возьмем. Он дороже на 300 рублей и побольше квадратов обогревает. А потом куда мы его денем? Куда-нибудь. Он пригодится в твой сарай, ты будешь там себя обогревать. Ага, жирно будет в сарае обогреваться. Сейчас скажу, бройлером поставим. Бройлером поставим. Ага, конечно. Сейчас я спрошу у продавца, пусть проконсультирует. Все. Все покупки завершили, даже в Магнит сходили. В Магните нашли обогреватель. Да, дешевле на 500 рублей. Вот, вернулись обратно в Леруа, вернули обогреватель, который мы купили там. Вот, сейчас с чувством выполненного долга все, что хотели, мы купили. Ну, все, что нам надо было, купили. Теперь мы едем домой, да? Этот обогреватель нам нужен на месяц. Временно, там, да, там чуть-чуть. Буквально на месяц, а потом и он, все, его не нужен, может, и не пригодится никогда. Нужен. Вот. Может, мы потом его также и перепродадим, да? Да? Возможно, да. Зачем он нам нужен? Ну как ты сказал, бройлером поставить. Да, вот. Сейчас мы с чувством выполненного долга поедем домой. Доставай мне мою это. Мою каку, как ты говоришь. Вот взяли вот такой скотч. И много чего интересного. Целый пакет вкусняшек набрали. Будем точить сейчас. Да, всяшка. Блин, семечки. Говорит, не покупай мне семечки, мне плохо от них. Вот, семечки. Это или все еще семечки. А это сегодня будет у тебя челлендж, да? Какие семечки вкуснее. Вот. А это моя штучка. Дучка. Да нет, с жима начну. Мартином закончим. Бабулечкой. Бабулечкой продолжим, Мартином закончим. Мартином шлифану. Да. Мы что, поедем куда ты хотела, нет? А, она будет только дома после семьи. А, тогда нет, тогда не поедем. Повела ребенка. Ой, поэтому поехали, мы уже домой. Нас дома тоже ждут. В следующий раз, да. Я думаю, теперь, как говорится, новый дом, новая стройка, новые поездки. Теперь это будет мотаться. Да, очень часто. Поэтому нам надо будет в ближайшее время купить транспортер. Может, сейчас на обратном пути заедем? Не, не хочу, хочу домой. Все, поехали, мы, короче, домой. Увидимся дома. А мы уже дома. Да, малыши по нам соскучились. Милана, ты соскучилась? А? Скажи, мама, мне некогда сейчас с вами разговаривать. Скажи, отстань, я цвета изучаю. Так, Дамир, надо что-то выкинуть, да? Да? Сейчас мама будет играться, заниматься. Давай. Вот так. Сейчас. Сейчас она поползет, да, она сейчас на туда залезет. Вот. Опа. Да, я, если честно, жалею, что диван ты отдала. Рушан, что ты говоришься? Поругайте его. Оставил детей без дивана. Да нет, просто у нас, если честно, у нас продажа получилась очень такая-то. Мы даже продали его, даже не знали, куда теперь переезжать. И поэтому я как бы с той целью, что я даже не знал, куда мы его денем потом, я сказал, что диван остается. Всегда можно оставить. А вот забрать не всегда. Угу. Вот так. Ладненько, что, мы сейчас немножко позанимаемся с детьми, будем ложиться спать. Давай ладушки поиграем. Ладушки, поэтому ладушки, всем уже пока. Ох, как мы умеем. Ох, как мы умеем. Ладушки, ладушки. И дай шариками, да, может. Ладушки, Дамир. Ладушки, ладушки. Где жили у бабушки? Дамир, скажи пока-пока. Пока-пока. Помогай.
помаши. Пока-пока, скажи. Пока-пока, вот так, помаши. Пока-пока. Пока-пока, ты же умеешь. Пока-пока, как мама тебя учила? Сына, пока-пока, да, мельчик. Я пока вот так делаю. Он и пытается, все, да? Все. Он просто не хочет думать, что мы вдруг уходим. Да. Поэтому говорит, нет. Ага. Родители, хватит. Ладно. Да. Всем пока. А нам спокойной ночи. У нас такой ветер поднялся. Дождь пошел. Нежданно, негаданно. Ну, пока-пока, да? Все. Пока-пока. Папа.